Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Айгуль, и я хотела бы рассказать про нашу программу, программу «Статистика». Вообще мы все видим, что сейчас, в такое время, когда все меняется, некоторые профессии устаревают, некоторые появляются новые профессии, они становятся наиболее перспективными, значимыми, и к таким профессиям уже сейчас необходимо готовиться, начинать готовиться. Поэтому я больше хотела рассказать именно о нашей специальности, специальности статистика, которая есть в университете Нархоз. Мы имеем многолетнюю историю. Мы даже свой первый выпуск студентов осуществили где-то более 40 лет назад. Что такое статистика, да, спросите вы? Ну, во-первых, сейчас статистика – это уже не просто счета, это не просто таблица, это не карандаш с резинкой. Сейчас современная статистика – это статистика, основанная на анализе данных. По версии знаменитого журнала Forbes, в топ-10, наверное, наиболее популярных направлений относится аналитика. И даже если посмотреть популярный американский сайт CareerCast, то статистику они отнесли на второе место. Это по данным прошлого года. Каждый день вы сталкиваетесь с различной информацией. Да? Эта информация у вас представлена и в виде цифр. Мы видим эту информацию по телевидению, мы видим в интернете, мы видим эту информацию в газетах, в журналах. Но сами по себе данные – это как бы ничего. Простой пример я приведу. Я наверняка уверена, что многие из вас пользуются социальными сетями. И даже пользуясь социальными сетями, вы сталкиваетесь с такими показателями, как посещаемость, как прирост, как какие-то процентные показатели. Так вот, просто эти данные, они сами по себе ничего не значат. А именно упорядочить эти данные, интерпретировать, используя различные статистические методы, вот именно это даст вам какую-то такую полноценную картину, когда пазл сложится, и вы можете уже на основе этого принимать какие-то дальнейшие решения. В нашем университете по программе «Статистика» есть две траектории. Первая траектория – это государственная статистика. Она предназначена именно для тех студентов, которые хотят заниматься статистической методологией именно статистического учета и анализа в таких направлениях, как социальная сфера, демография, здравоохранение, экономика, ну, скажем, макроэкономика и так далее. Поэтому после того, как они закончат, они могут работать в государственных службах статистики, в различных других статистических службах, в местных органах управления. Второе направление или вторая траектория – это тоже популярная траектория у нас – бизнес-статистика. Ну и, соответственно, это для тех студентов, которые хотят работать в реальном секторе экономики. Любое предприятие, от среднего до крупного, оно имеет аналитические подразделения. И для компании мало знать показатели развития собственной компании. Они должны учитывать то, как влияют внешние факторы непосредственно на эту компанию. Поэтому второе направление или вторая траектория предназначена для тех студентов, которые хотят работать в банках, в страховых организациях, в различных компаниях, ну и так далее. То есть вот две наши основные траектории. Университет Нархоз является одним из основных вузов, где вы можете поступить на нашу программу «Статистика», потому что практически в других вузах вы ее не найдете. О чем это говорит? О том, что мы имеем возможность привлечения на нашу специальность образовательных грантов государственных на 100%. И эту возможность мы реализовываем в последние годы постоянно. У нас также есть опыт международного сотрудничества с нашими вузами-партнерами в рамках академической мобильности. То есть наши студенты, они ездили на один семестр обучаться в другие вузы, и у них это получалось довольно успешно. И у нас, именно на нашей программе, эта тенденция, она как бы имела такое положительное направление. Мы надеемся, что и дальше эта тенденция будет также развиваться, естественно, с учетом того, что ситуация с пандемией в мире как только стабилизируется, границы откроются, мы эту тенденцию дальше намереваемся продолжать. Некоторые наши студенты посетили
Польшу. Причем это было, даже скажем так, они несколько человек ездили туда. Год назад наши студенты посещали Испанию, да, в рамках академической мобильности. Были также в Москве. Ну, следует признать, что статистика, мы как бы с ней сталкиваемся везде, повсюду. Поэтому, если вам интересно, если бы вы хотели побольше узнать о тонкостях, о нюансах этой профессии, то добро пожаловать к нам на программу «Статистика» в Университет Нархоз. Hello everyone. My name is Abzal. I'm a student at Nархоз University. My specialty is statistics. That's my third year here, and so far, so good. I like what I'm seeing, what I'm learning, and what I'm studying. The reason why I chose this university, because even at school I knew, and I wanted to be related with economics, and I wanted to study something related with it. And when I came to Nархоз to pick my specialty, I was consulted with receptionists, and they told me about statistics and everything about it. And from what they said, I was going to study everything related with economics in general and statistics itself. So far, this is my third year, as I said before. And from the first year, I've already studied general economics, financing, accounting, and statistics itself. Plus, this university gives you the ability, the permission to choose your minor subjects. So with minor subjects, I picked marketing. So with this specialty and with this university, you can say that I already studied four subjects at least. And so far, I really enjoy it. I like the teachers, I like my group mates, the students, everything here is super good, and I really enjoy it. And with the knowledges that I gathered and studied with this specialty, hopefully in the future, after the university, I'll get a job in the bank, preferably national bank. I would love to work there and use all of my knowledge here. That's it. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Ким. Я являюсь преподавателем Нархоза. Позвольте вам презентовать программу «Прикладная математика в цифровой экономике». Цель данной программы – дать углубленные знания в области как экономики, так и информационных технологий на основе базовых знаний математики. Данная программа находится как бы на стыке трех дисциплин, трех блоков программ. Блока математических дисциплин, экономики и информационных технологий. То есть то, что мы считаем сейчас наиболее ценно на рынке труда. Блок дисциплин, связанных с информационными технологиями, основной упор там будет сделан на дисциплины анализа данных. Приходите к нам. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Кальпибаев Азамат Рахимович, являюсь старшим преподавателем образовательной программы информационной системы и статистика в университете Нархоз. Представляю вам образовательные программы, программная инженерия, большие данные и прикладная математика в цифровой экономике. Хочу рассказать немного про большие данные. Что такое большие данные? Сейчас вы в этом мире каждый день принимаете и получаете всякую информацию с интернета, с телевидения, средств массовой информации, радио и так далее. Очень большой мир информации, поток поступает в ваш мозг. Ваш мозг все это не может обработать. В связи с этим вам нужно будет составлять различные программы. Для этого вам необходимы Python, язык программирования, C++, Java, R, SAS, Power BI, Excel и так далее. Их очень большое множество. В университете Нархоз вас всему этому научат. Вы научитесь управлять данными, научитесь обрабатывать эти данные,
и сохранять их в ваших файлах. Таким образом, вы будете обрабатывать всю эту информацию. Также хочу добавить, что наши студенты проходят не только обучение в университете Наркоз, также им преподают такие знаменитые бизнес-тренеры в летней школе и в зимней школе. Это Сергей Ахметов, один из экспертов по Big Data. В каждой конференции он наш участник. Он принимает участие, объясняет студентам про большие данные, и студенты с ними общаются вживую. Данный эксперт, наш эксперт, этот Сергей Ахметов, он проживает в штате Калифорния, в Соединенных Штатах. Сейчас в условиях пандемии он преподает в режиме онлайн. Следующей нашей образовательной программой является программная инженерия. Сейчас огромное множество программных средств. Это Python, это C, это Java и так далее. Очень много языков программирования. Но здесь, в университете Наркоз, вас будут обучать всем языкам программирования. Наши студенты участвуют в чемпионате мира по программированию, различных хакатонах, соревнованиях и так далее. Занимают призовые места. В прошлом году наши студенты участвовали в полуфинале. Этот чемпионат проводит компания IBM и ICPC. В прошлом году в городе Нур-Султан наши студенты заняли призовое место в международном хакатоне «Цифровое содружество». Самым интересующим вопросом для вас, наверное, то, кем вы станете после завершения нашей образовательной программы. Вы станете программистами в области экономики, спорта, туризма и так далее, во всех отраслях нашей жизни. Вы будете администраторами базы данных, программистами, бизнес-аналитиками и так далее. Все эти специалисты в наше время получают большие заработные платы. Подробнее про нашу образовательную программу вам расскажут наши выпускники, наши студенты. Спасибо вам за внимание. До свидания. Саламатсыздар, құрмет талапкерлер. Менің атым Бақытжан. Сіздерге сандық экономикадағы қолданбалы математика бағытын түсіндіргім келеді. Жалпы сіздерге сұрақ туы мүмкін. Математика оқыдық, кейін барып қайда қолданамыз, не істейміз деген. Сол сұрақтардың бәрі осы мамандықтан тапсаңыздар болады. Яғни біріншісі, сіздер не істей аласыздар? Модельдеу. Қазір кезде ақпараттар көп жиналып отыр экономикада. Оның бәрі көбейіп отыр. Соның ішінен керек нәрсені алып, болжам жасап, мысалға қай тауар жақсы өнімді болады, қай кезде бізде кризис болады, қай кезде кризистен шығу жолдар қалай болады, соның барлығын модельдер арқылы, яғни математикалық аппарат арқылы істеуге болады. Енді келесі сұрақ туы мүмкін, енді математиканың таза бағыты керек емес, басқа салаға қандай қатысы бар? Бұл сала аралық болып табылады, өйткені сіздер жаңағы модельдеу процесін тек қана экономика ғана емес, сонымен қатар қаржы да істесеңіз болады. Қаржыгер не істейді? Ода ақша бар, сол ақшаны инвестиция жасау керек, яғни бір бағытқа жұмсау керек. Сол бағытты қалай істейміз? Соның барлығын, мысалы, ақшаны алып бірден бір бағытқа салып, сосын болды, болмады деген болмайды. Оны бірінші математикалық модельге, формулаға саламыз. Күтілетін пайданы және уақытын есептейміз. Сосын барып 100 бағыттың ішінен 1-2 бағытты, 5-10 бағытты анықтап, соған ақша саламыз. Жалпы қолданбалы математиканың сандық экономикадағы бағыты осы. Яғни біріншіден сіз не істейсіздер? Сіздер модельдер құрасыздар. Модель не үшін керек? Ол кез келген қаржы саласы болсын, экономика болсын, өмірдегі көп ақпаратын жиналатын нәрсенің барлығында болжам жасауға болады. Ал болжам тек қана ода емес, басқаруда да болуы мүмкін. Басқаруда мысалы менеджментте көп ақпарат жиналады, соны қалай қарай сүзу бағытқа қою керек. Басқару процесінде компанияны қай бағытта жетілдіру керек, соның барлығын сіз болжап жасай аласыз. Сіздер шақырамыз. Егер қосымша ақпарат болса, қабылдау комиссиясына келіп сұрасаңыздар болады. Рахмет назарларыңызға. Сәлем бәріне. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Я Широков Иван, студент, выпускник университета Наркоз по специальности вычислительная техника и программное обеспечение. В самом начале вас научат правильно думать, правильно составлять алгоритмы, после чего вы научитесь хорошо разрабатывать
алгоритм для составления всяких программ. Далее вы уже начнете глубже копать в программировании, а именно в объектно-ориентированном программировании, на таких языках, как C++ или Java. Сіздерді осы маманды шақырамын, өйткені бұл жерде сіз білікті мамандардан керекті өзіңізге керекті программаларды үйрене аласыз. Оның үстіне сізде C++, C# тілдері кіреді және Java тілдері. Бұл тілдермен сіз қазіргі заманда кез келген жұмысқа орналаса аласыз, және сіздерді осы біздің Нархоз институтына оқуға шақырамын. Обучение в Нархозе было весьма интересным и веселым. Большую часть мне повезло с моими одногруппниками. Сами они были хорошими ребятами, помогали мне во всем. И, в общем, атмосфера была приятной. Я достиг хороших высот в создании нейросетей. Саму нейросеть я создал, испытал в дипломной работе. Наша задача была создать видеоигру и подключить ее к нейросети, чтобы определять психотип людей. Заранее скажу, что задача была не из легких. В будущем я планирую устроиться в крупную IT-компанию в области веб-разработки и в Data Science. Келе жатқан осы 2020 жылы түлектерді осы университетте оқуға шақырамын. Себебі мен өзім осы университетте оқыған кезде жалпы смарт айна, ақылды айнасын ойлап шығардық. Дипломдық жұмыс бойынша соны 95 балға қорғап шықтық. Яғни біз ол жерде көптеген қазіргі заманда дамып жатқан ақылды үй технологиясын ұйымдастырып шықтық. Мен Нархоз университетінде 4 жыл білім алдым. Білім алу барысында маған білікті оқытушылар білім берді. Соның арқасында мен қазір Аска Электроникс компаниясында жұмыс істеп келемін. Нархоз университетіне осы мамандық бойынша оқуға түсіңіздер. Көптеген гранттар бөлінген. Сіздерге ұсынатыным Нархоз университетіне келіп түсіңіздер, оқыңыздар, білім алыңыздар, алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер.